Доброго вечора. Доброго. Як ся маєте? Та вже, знаєте, так воно якось так. Не дуже. Не очікував потрапити до вас на стрім, але дуже приємно. Дякую. Які ви сьогодні питання обговорюєте? Ті ж самі. Сьогодні мене доволі цікаво питають люди про стосовно відношення наших блогерів до тих подій, які сталися в Києві нещодавно, тобто про корупційний скандал. Запитували мою точку зору на рахунок цього. Ну, про вас, скоріш за все, вас я запитуватися на цей рахунок не буду. Скажіть, будь ласка, Андрію, таке питання, якщо можна. От з вашими спостереженнями, який зріз суспільства у нас буде найактивнішим на цих виборах? Середній клас, плюс військові, плюс добровольці. А студентство? І волонтери. Студентство – ні. Чому ви так… як ви можете… ваше відношення, чому саме так сталося, що студентство буде таке пасивне? Вони взагалі пасивне. Їм впадлець йти голосувати. Це треба порати кучу времени. Не дадуть, да? Це воскресіння. Ну, це зрозуміло. Это неудобно. А там еще будут очереди. Бабушки. У нас очень политически активная, очень, ну, большая часть я населения. Не разумею, и там будут очереди. И там стоять вообще не прикольно. Там для того, чтобы стоять, нужно знать, зачем в этой очереди простоять. Для чего? Ну, так, мотивация должна быть. Навіть не цікавиться. Мотивация должна быть. Поэтому тех людей, у которых есть мотивация, те придут и выстоят эту очередь. В том числе и ватные бабушки, да, у них есть мотивация. Они считают, что это очень важно, они таким образом участвуют вообще в жизни общества. Но вы не понимаете, что своими решениями, тем паче цими пострадянськими, они могут занепастити країну? Нет, их это не интересует. А молодь намагається на них вплинути, як ви вважаєте? Ніколи не інтересувала бабушек це. А чому молодь не намагається на них вплинути? Їхнє оточення, рідні їхні, як ви вважаєте? Ви бачили молодь? Вони гигикають, п'ють пиво і їм все по прикольчику. Ну гаразд, ну а діти їхні? В них ще нема дітей. Ось в тому вся суть, розумієте? Та чудово я це розумію. Я когда мы так, с вами говорим о том, что происходит и что может произойти, мы думаем не про себя. Мы все с вами, мы все думаем про своих детей. Будут ли дети ходить строем вот так вот, это вот конкурс строевой песни, как в Ровеньках, или нет? И мы понимаем ответственность. А молодежь, к сожалению, ответственности не понимает. Они еще слишком молоды. И они живут в мирное время. Для них... это не война. То есть таким образом сохранила их Украина и защитники Украины со всех сторон, оберегая как, вот, как папы, как мамы. Вони їх позбавили. Понимаете? Да, они говорят, да, не трогайте студентов. А нужно было в прошлом году всех студентов согнать на военные сборы. Всех студентов, понимаете? Всех! Понимаете? А девчонкам надо было всем пройти в обязательном порядке двухнедельные курсы медсестры. И чтобы им ввели эти курсы, те, кто там... Да, надання першої допомоги. Те, кто там побывал на фронте. Чтобы рассказали, смотрите, девочки, я вам объясню. Вот у меня мальчику-то ногу оторвало. И мы его спасли, потому что вовремя... Вот вам фотография, вот видео. Ошибка была такая-то, такая-то. Поэтому если вашему мальчику оторвет ногу, то чтобы вы знали, как нужно забинтовать, куда жгут, да, ставить, а если на шею жгут накладывать, то как? Что нужно там руку поднимать вверх, да, там нужно, и так далее. И они подумали, ой, а что это вдруг моему мальчику ногу-то оторвет? А вот потому что я вернулась с фронта 2 дня назад, и вот так это бы, хотя бы вот так хоть всколыхнуло бы их. А они живут, ну, в мире, мы их вот так оберегаем, в попочку поцеловали их всех, понимаете? Каждого. Да ты мой сыночек, ты сиди дома, ты что ты? Какие военные сборы? Порошенко, я тебе дам. Муженко, мы выйдем, будем стучать, мамы, папы, они там устроят. Только попробуй военные сборы сделай.
скажіть мені, будь ласка, так тоді ще таке питання. А як ви вважаєте, чому тоді люди старшого покоління, ну вже можна сказати похилого віку, які йдуть на ті ж самі вибори, про яких ми тільки що казали, чому вони своїх дітей тягнуть в це стійло? А у них вже діти виросли, і вони вже за них не беспокояться. У них вже діти взрослые, а внуки все в порядке, внуки вже одеты, обуты, все нормально. І тепер вони своїми ностальгічними нотками вспоминають о том, що в 72-му году деревья были большие. Спина не боліла. Да, і голова не боліла, і спина не боліла. Дівчинки були красиві, і мужчини були ще ого-го. І вони вперед туди, за безплатним сиром. Я захожу в супермаркет в украинский, в сельпо, понимаете, там стоит очередь из этих бабушек и дедушек, которые перебирают эти яйца. Вот стоят эти лотки с яйцами, и сверху там большие, а там маленькие, а потом снова большие, и там вот так вот это происходит. Зачем? Для чего? Потому это такой так спортивный жить. Интерес, они так привыкли, это такая привычка жить. Так жить. Я це розумію. А когда им пообещают, что можно яйца уменьшить в два раза в цене, и там, и они снова побегут, утром будет стоять очередь, яйца в два раза дешевле, чем вчера, они будут брать по 100 штук. Зачем 100 штук яиц? Куда Андрюшка, вам? Тоді у мене до вас таке ще одне питання. Скажіть мені, будь ласка. Они так привыкли просто, и все. Скажіть, будь ласка, ну, ось моя точка зору, що як би нам цього не хотілося, але ми сильно залежні від рішення цих людей. Як ви вважаєте? Ми сильно залежимо від їхнього світогляду і їхніх рішень, які вони очень, будуть приймати. Да, очень. Як можна на них вплинути? От як ви вважаєте, яким чином можна вплинути на ліквідація безграмотності в першу чергу. Конституція, ну, вже... ліквідація безграмотності. Ну ви ж розумієте, що про людей цього віку це вже запугивання. Той... Реальністю нещодавно... запугивання реальністю війною. Войны, да, понимаете? Реальность войны, она реальна, это не шутки. Когда парни на сегодняшний день остаются без рук, без ног и гибнут каждый день, это вроде как будто бы не касается. Но это может коснуться ваших внуков. Хотите голосовать вот так? Значит, ваш внук пойдет в армию и пойдет воевать. А Россия нападет, значит, через Харьков пойдет. У меня такая точная информация есть. Точно, знаете, точно. 100%. Зрозуміло. Скажіть мені, будь ласка, я нещодавно наткнувся на статтю одного із реформаторів Небжежинський, один із польських перших міністрів, прем'єр-міністрів, який був реформатором і робив шокову терапію. Він в своїй статті сказав про те, що Україні зараз, Україні в цілком не можна так сказати, але не пощастило з тим, що в 2014 році в Україні не було дефолту і населення України не відчуло на собі всієї глибини кризової ситуації, яка у нас склалася на 14-15 рік. Як ви вважаєте, в його словах є доля правди? Чи дійсно потрібно треба було наше населення так сильно об землю шмакнути, щоб в них вімкнувся мозок і вони почали хоч трохи бути свідомими? Якщо б знати, де упасть, так ми б соломки підстелили. Якщо б було б зрозуміло, що на сьогоднішній день буде із себе представляти це електоральне поле, то, можливо, і потрібно було б. Но мы, украинцы, очень хорошие родители. Понимаете? Ну, украинцы очень хорошие родители. И в том числе и там, вы понимаете, с одной стороны, хорошо было бы всех макнуть вот это, вот, понимаете? Потому что когда приезжаешь ты из Луганска, например, в Одессу или в Киев, а тебе говорят, ну так что, уже с понедельника не стреляют, что ты назад не едешь? И что, правда у вас? А правда у вас стреляют? Спрашивают, да? Правда? Война полгода идет уже. Каждый день. Андрюшка, я разумею, они спрашивают, правда? Правда. Мне. Надо было макнуть, возможно. Но к этому тоже были не готовы. И там наверху. И все были не готовы. Говорит, слушай, ну это плохо. Так не нужно было бы делать. А вот когда англичане для того, чтобы сделать дополнительные самолеты, дополнительные для войны, они приносили и сдавали бесплатно, собирали целые горы, можно в интернете найти эти фотографии, они сдавали алюминий. Из дома выносили алюминиевые ложки, вилки, тарелки какие-то, я не знаю, там кастрюли ненужные, для того, чтобы переплавить этот алюминий, для того, чтобы сделать самолеты. И тогда, когда человек хотя бы одну свою кастрюлю отдал на войну, тогда у него появляется какое-то понимание, что война есть, что как минимум она у него кастрюлю эта война отобрала. А у нас многие даже ложки еще своей не потратили на войну, даже кастрюли.
Вот в чем вся проблема. Мне, может, это не поясно, у тебя чудово. Я не вам, я... прекрасно понимаете, что не вам. А вот там 6 тысяч человек смотрят, які зараз а десятки тысяч потом посмотрят. Не затронула война этих людей, не затронула. Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны получается, что если так дело дальше пойдет, так она их затронет, только они этого не понимают. И тут все вот так вот, понимаете? Сергей Иванович вчера, я не знаю, как он там стрим закончил, потому что вечером на него посмотришь в конце стрима, да? А там уже все, там нет, ну, эмоций. С российскими ватниками можно общаться бесконечно. Они тупые и агрессивные. Если ты выставил перед собой щит, какую-то кирпичную стену такую, которую не пробьешь, которая эмоционально крепка. Я видел эту артиллерию вживую. А теперь мне каким-то образом меня оскорбить чат-рулетки? Смешно. Трусами, я смеюсь. Марна справа. Марна справа. А вот когда общаешься вот в чат-рулетке с Украиной, волосы шевелятся вот так вот, понимаете? Шевелятся. Потому что гы-гы и га-га. А потом гы-гы-га-га. Мне что, опять детей под мышку и всем луганчанам, дончанам уже теперь из насиженных мест дальше куда-то ехать? Ну, я вам відверто скажу, я подивився вчорашній, позавчорашній ваш стрім, теж вирішив пройтися по Україні. Я... дуже здивований, я дійсно дуже здивований. Я вважав, що велика кількість аморфного населення, населення, яке дійсно не освічене, дійсно політично воно далеко, економічно, політично вони не обґрунтовані, але не щодо такої міри. Це наша це самі вина. Розумієте, Андрію, що те, що ми можемо зробити на відстані витягнутої руки і нашого оточення, ми його можемо змінити. Це те, що на що ми можемо вплинути. На маси вплинути через екран. Люди нас подивляться. В переважній своїй більшості, я це чудово розумію, що вони нас подивляться. Головою кивнуть, скажуть, що ми добрі хлопці, класні речі кажуть. А розвернуться і будуть робити те ж саме. Оце погано. Оце страшно. Ну, для цього потрібно прочесть стихотворення Кіплінга «Бремя білого чоловіка». Його потрібно прочесть в призмі не относительно білої раси, чорної раси і так далі, але коли там... Я розумію, про що ви кажете. Брати, нести, все одно нести. Раді цікавості, от ви людина начитана, ви освічена, людина, яка має доволі непогану освіту, ви поцікавтесь у людей по Україні, скільки вони знають творів Тараса Григоровича Шевченка. Навіть за шкільною програмою. Вони не читають нічого. Вони не читають взагалі нічого. Тоді про якого Кіплінга ви ведете розмову? Нічого. Ну Кіплінг тот, який Мауглі написав ГГ, це вже в лучшому випадку буде добре. Вони не знають, хто Мауглі написав. А про те, що Кіплінг написав стихи, так, там печально. Але це от велика проблема. Умные люди должны придумать, и я надеюсь на то, что все-таки умные люди придумали заранее что-нибудь, потому что эту ситуацию можно было просчитать заранее, и она просчитывалась. Не так уж это и сложно. И просчитывать ее тоже не так уж и сложно. И я думаю, что, ну, как бы я не приверженец ни разу конспирологии, вот этих теорий заговоров и так далее, но это все просчитано. Вы же видите, на сегодняшний день практически отсутствует, за исключением взаимоотношений Аваков-Порошенко, внутренняя борьба в демократическом поле всех демократических кандидатов, она отсутствует вообще. Абсолютно. Где Народный фронт? Где кандидат от Народного фронта? Я дивився останні їхні збори, я був дуже здивований. Где Яценюк? Він прямо сказав, що він не буде видвигатися на пост президента. Почему? Він чудово розуміє, що... Ті реформи, які він започаткував, вони вдарили сильно по населенню. Населення в нас не сприймає. Хорошо, но йому нужно було в любом случае Народному фронту нужно було участвовать как политической силе в выборах президента для того, чтобы таким образом набрать себе очки на парламентські вибори. І вони этим жертвуют. Скоріш за все, там буде якесь об'єднання. Буде, не буде, ми ще цього не знаємо. Но значить, що як мінімум ми зможемо з вами зробити вивод, що там вони о чому-то договорились. А назвать Яценюка, Авакова, Порошенка, Турчинова глупыми людьми. Порубія можно туда же, да, Геращенко, Ирину. Сказать, что это люди глупые, и они готовы проиграть, например, ну в целом. Я не говорю сейчас про Порошенко как личность, как одного человека, а как в целом вот это вот большое. Они садятся за стол, они все разные. Каждый хочет быть президентом, каждый хочет быть властью. Аваков хочет быть, да... Тимошенко хочет быть. Ну, Тимошенко, с ней сложно, там очень клинический случай. А вот есть Порошенко, а есть Народный фронт, да?
Все хотят, но они же понимают, что в этой борьбе можно, вот 100 лет назад, они же все историю эту знают, все. Она повторится заново. Наверняка есть какие-то договоренности. Никто не зробив висновків. Но они-то точно сделали. Иначе бы не было такого. Иначе бы Народный фронт сейчас топил бы за милую душу. Ви знаєте, Яценюк, скоріше за все, зробив висновки з поведінки Тимошенко і Ющенка в 2004-2005 році. Возможно. Я просто в этом отношении очень оптимистично смотрю. Я все равно оптимистично смотрю, потому что сейчас все проходит как-то... У нас больше ничего не залишається, розумієте? Нам с вами залишається тільки сподіватися на те, що все ж таки... Но если иначе не смотреть на это с оптимизмом, то будет все печально. Мы с вами можем удивиться, когда в понедельник 1 числа нам объявят результаты выборов. Ми можемо бути дуже сильно удивлені. Ви знаєте, я маю дуже велике бажання, щоб цей, коли оголосять про вибори, щоб вони відбулися в один тур, як попередні, і з тим кандидатом, за якого... Як варіант, можливо, але, скоріше всього, будуть дуже серйозні провокації. І люди будуть на вулицях. Будь ласка, позавчорашні події під Одесою. І вам про що ще казати? І це тільки початок. Таких вони будуть збільшуватися як навал. Все буде серйозно і все дуже серйозно. Тобто Майдан не закінчився. Майдан не закінчився. Ніхто про це не веде розмову. Він тільки почався. Це все продовження. Це і є сьогоднішні события, і вибори сьогоднішні в тому числі. Це продовження Майдану. И все те люди, ведь мы же друг друга по глазам все узнаем, правда же? Все майдановцы, назовем, да, вот так, друг друга, мы все друг друга узнаем по глазам, с первых фраз. Погляд инчий, правда же? Так. Все друг друга... Я сейчас вот смотрю то, что пишут зрители, и тоже по фразам вижу, все равно по фразам. Я вижу и сразу понимаю, как там все внутри устроено. Майдан не закончился. В Киеве рядом работали рестораны и были забиты битком. А там люди гибли. Понимаете? Я понимаю. Ничего не изменилось с тех пор. Те люди, которые пошли 23 февраля отмечать 23 февраля, а там рядом, да, страшные какие события происходили. Эти люди никуда не делись, они вот, они рядом с нами. Вони нас оточують. Так? Они снова 23 февраля, они снова отмечали День защитника Отечества. И самое главное, вони дивляться нам в очи, как будто ничего не сталося. И как будто ничего не сталося. Поэтому Майдан не закончился, там еще стоять и стоять. Нам мало того, нам нужно еще звать людей за собой и вместе с собой. Нам треба просвітлювати людей. Вот это наша задача. Это самое главное. Ликвидация безграмотности. Я дуже дякую вам за розмову. Дай Боже, хай щастить вам. Дякую. Всім глядачам теж всього доброго. Дякую. Все добре. Все добре.